как прийти в консерваторию? Да сыпем тут. Я подписал контракт с японской компанией Fernandes. У вас новый альбом. Какие сложности были во время записи этого альбома? Новый альбом. Один раз мы его потеряли. 99% готового материала, записанного и уже, в принципе, пресведенного, было геройски потеряно. То есть его пришлось переписывать полностью сначала. Ну, в принципе, наверное, никто об этом не жалеет. Да, даже играть минимально научились. Скажем так, в результате этого мы записали плюс еще одну песню для альбома. Да, этой песни в первой версии как бы не было. То есть она была написана уже после того, как альбом был записан. Причем родилась она очень быстро и очень легко. Как бы она была вполне в ключе этого альбома, поэтому песню записали сразу же. Как бы, и вот на этот альбом она, слава богу, вошла. Так мало того, что она вошла в него, и она стала первой песней альбома. То есть можно сказать, что вы рекомендуете как бы терять свои первые записи? Нет, ни в коем случае, но сам факт того, что как бы мы и даже из подобной плохой ситуации как бы извлекли что-то полезное, как бы, и альбом от этого приобрел одну хорошую боевую песню, ну это да, это положительный результат. То есть невзирая ни на что. По большому счету, запись альбома была еще отмечена чисто организационным мероприятием, то бишь. А мы уже немножко неформально разделились. Дело в том, что Алексей уехал на ПМЖ в Киев, и он там и жил. Часть альбома была написана с его участием. Какие-то песни были написаны без него абсолютно. И, допустим, одну вещь точно он партии гитары даже не знает, поскольку она и записана была, и придумана без него. Поэтому это у нас впервые. Джефф Уотерс, к счастью, принял участие во всей этой вакханалии, во всей этой записи. Даже не сессионный музыкант, он просто записал соло. Каким образом на него вышли? Потому что многие музыканты мечтают об этом. Я могу сказать, что никакой фантастики и мистики здесь нет абсолютно.
То есть, на самом деле, все оказалось достаточно просто. Был ряд кандидатур, которым хотелось написать и которых хотелось пригласить непосредственно на этот альбом. Но Джефф Уотерс откликнулся. Ждать пришлось месяца, наверное, 4. То есть, он достаточно долго. Он писал: «Алекс, я там заболел гриппом, у меня там тур там туда-то, у меня там чего-то это, но я все сделаю». В итоге, в принципе, сделал, и результат оправдал все ожидания. Ну, уже есть планы какие-то на будущий альбом, кто будет следующим? Да, в принципе, могу уже рассказать, я не знаю, был достаточно суеверен, наверное, перед альбомом. Сейчас все гораздо проще, думаю, мы добьемся этого. У нас был напрямую разговор с Андреасом Кисером по поводу того, чтобы вот Андреас Кисер на следующем альбоме записал соло. Хотел уже на этом, но Андреас мне писал, что... Если вы знаете, он там катался в большой четверке, у Антракса уходил гитарист, он заменял его там. Потом у него запись нового альбома «Сепультура», потом у него свое радио-шоу. В конце концов, он должен делить время семье. Он: «Алекс, я не успеваю». То есть, я думаю, мы его дожмем на четвертом альбоме, у нас будет он приглашенным гостем. А может и кто-то еще, посмотрим. Диск вышел на украинском лейбле Metal Scrap Records. Что может сказать об этом лейбле? На мой взгляд, Metal Scrap и его подразделение Total Metal, которые непосредственно с нами работают, наверное, сейчас объективно один из лучших лейблов для Украины. Для метал-музыки. Может быть, даже для СНГ. Metal Scrap — такой лейбл, который... старается работать на весь мир. Это достаточно важно, и самое главное, он старается работать, то есть ключевое. Потому что выпустить просто релиз, то есть обновить свой каталог и так попытаться, то есть окупить за деньги музыкантов свой собственный релиз, то есть это, ну, вот практика сейчас большинства лейблов СНГ. В чем Metal Scrap отличается? В том, что Толик, вот Анатолий, непосредственно держатель, да, всей этой компании, он действительно старается помочь очень многим командам, то есть контактами, там, рекламой, делать такие предложения, пусть даже на финансовой основе, там, какие-то рекламы в европейских изданиях, но благодаря которой мотивированная команда может чего-то добиться. Насколько я знаю, у вас 3 клипа есть. Один из них снимал Виктор Придувалов. Клипов, да, на самом деле значительно больше. Самый первый клип, который команда сняла, был снят Виктором Придуваловым. Появилась баллада в 2008 году, по-моему, шикарнейшая баллада. Каким образом в такой группе? Во-первых, у нас с Алексеем это все рождалось на кухнях, то есть какими-то там вечерами, то есть это в турах, вот реально, когда уже все ложились спать. И как-то вот на то время так сложилось, то ли вот как-то по жизни было, вот как-то вот какой-то переломный момент. Наверное, все-таки тяжелый, или я не знаю, как это назвать. Показалось, что это будет актуально. То есть это не коммерция, да? Нет, это именно поэтому мы специально сделали это отдельным проектом вообще. Эта песня не вошла. Он не имел никакого, в принципе, отношения к Хеллону. На концертах это никогда не играется, ни в один альбом. Один раз игралось. Было дело. На самом деле игралось очень красиво. Почему-то именно на тот момент отрубилось там все электричество. Зал был достаточно маленький, но людей было много. Достаточно шумно. И мы попросили, ребята, так и так, отрубилось электричество, все, вы не могли бы тихонько там себя вести? Была абсолютная тишина, то есть это было настолько так прикольно вообще. То есть все это под акустические гитары, то есть все это было исполнено, конкурс очень надо... душевно.
Группу Хилон можно назвать, наверное, самой гастролирующей группой. Выделили сцену с такими группами, как Arch Enemy, Napalm Death, Creator. И многими другими. Да. В этом году чем вы можете порадовать зарубежных слушателей? В тур мы отправляемся в октябре. Стартуем с Польши и через Польшу едем в Чехословакию. В Чехию. Ну, в Словакию тоже. Да, в Словакии у нас заканчивается тур. То есть едем в Германию, в которой играем несколько концертов, и через Польшу возвращаемся. У нас последний тур заканчивается будет в Словакии, 3 концерта, и последний будет на небольшом таком залом фестивальчике в Дебрецене в Венгрии. Вот. Это то, что из ближайших планов. Днепропетровск. Пока не входит в туровую карту, то есть, честно говоря, уже в этом туре нет ни одного города в Украине, в котором мы собираемся играть, то есть все только в Европе. В этом году, на самом деле, мы замечательно отыграли на фестивале Metal Fest в Польше. Тут, наверное, нужно отметить, что на данный момент Metal Fest — это, наверное, самая такая крупная франшиза по метал-фестивалям в Европе вообще. То есть он практически одновременно вот в этом году был в 9 странах Европы. Я считаю, что в принципе достаточно неплохо мы показали себя, достаточно неплохо представили Украину как страну, потому что на момент нашего выступления на второй сцене, на которой мы играли в первый день, больше чем у нас людей было только на хедлайнерах первого дня второй сцены на флешгот Апокалипс. Самое ценное, что мы вот доигрывали последние треки, в это время уже вовсю играли Хипокризи на большой сцене, но никто не ушел. Хелон — это наше детище, и мы этим на самом деле живем. И все, что делается для Хелон, все, что делается непосредственно Хелон, как бы это идет вот полностью от нас, это от чистого сердца, и ну, это максимально честно. Let us fit the song. 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 Let us fit the song.